товарищи военнослужащие, в текущих боях мы неоднократно проявляли мужество и героизм. Вооруженные силы Украины и националистические батальоны впервые за долгое время почувствовали вкус собственной крови на зубах. Помните, что вы вершите историю объединения двух братских народов. Вся Россия, затаив дыхание, смотрит на вас. Желаю вам скорейшего возвращения к семье и любящим друзьям. Дорогие товарищи офицеры, бойцы! Вы настоящий герой, вне зависимости от возраста и звания. Мы понимаем, насколько вам сейчас тяжело. Командование прилагает все усилия, чтобы исключить потери среди мирного населения. Мы понимаем, насколько трудна участь солдата. Но вы терпите, идите до последнего. Ведь только вы, защитники нашей Родины, можете безукоризненно служить нашему народу. Мы желаем от всего сердца, чтобы вы вернулись домой целыми и невредимыми. Ведь вас дома ждут родители, родственники и близкие вам люди.